вот теперь доходит шайба до Галиева, но не точно. А вот это неплохо, и можно было забивать Петрову, но не получилось. Вновь выручает Петр Кочетков. Снова момент для Петрова создал Галиев. Находит он эти поперечные передачи. И на этот раз уже, если в первый раз мы говорили, угол был достаточно острый, то здесь позиция была близкая к идеальной. У Петрова снова после передачи Станислава Галиева. Ну и снова Кочетков свою команду выручает. Так, нашел и Петров, нашел линию для передачи. Там обычно на пятаке-то места свободного нету. Но два игрока казанского «Акбарса» находились под воротами Кочеткова. Отсюда и возникла возможность для передачи Петрову на пятак. И снова Петр Кочетков там показывает 21 год этому вратарю.